Сегодня на перекрестке улиц Бабича и Строителей, где дороги еще нет, а светофоры уже работают, побывали представители мэрии Ярославля. Напомню, светофоры установили в рамках проведения работ по строительству улицы Бабича. И планировалось, что следующим этапом будет сделана дорога и на улице Строителей. Но работы пришлось остановить, поскольку возникли спорные вопросы по подрядчику, выигравшему аукцион. Судебного решения пока нет, дорогу строить некому. А светофор как работал, так и работает. Как уверяют городские власти, большого ущерба бюджету это не наносит, поскольку светодиодные лампы потребляют незначительное количество электроэнергии. Да и сам светофор на этом перекрестке далеко не лишний, как для пешеходов, так и для водителей. Он необходим для водителей, которые выезжают с построенного участка, который находится с противоположной стороны и является дублирующим светофором. Поэтому сам светофор, который ориентирован на ту сторону, естественно, отключать нельзя, поскольку это требование государственного стандарта и необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.